На экране вы видите модель картофелечистки Apache. Ее корпус и емкость выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Машина состоит из электродвигателя, внутренней емкости, прозрачной крышки и мезгоуловителя. Мезгоуловитель – это ящик с фильтром. Он необходим для предотвращения засоров канализации. У данной модели картофелечистки есть боковое окно для выгрузки обработанного продукта. У бренда Apache представлены еще две модели картофелечисток. Они отличаются друг от друга показателем максимальной загрузки. Цифра в маркировке модели означает показатель максимальной загрузки. Внутренняя емкость покрыта абразивным полотном, которое легко снимать для очистки и замены элемента. Дно емкости представляет из себя абразивный вращающийся диск. Ось дна соединена с двигателем приводным ремнем. Двигатель приводит в вращение диск, и картофелечистка начинает свою работу. Длительность рабочего цикла составляет от 60 до 120 секунд. Картофель загружается в рабочую емкость. После загрузки необходимо закрыть крышку, закрыть боковое окошко и включить машину. Есть два режима работы машины – непрерывный и импульсный. И если вам требуется обработать большое количество продукта, рекомендуется включать импульсный режим. У картофелечистки есть таймер, поэтому вы можете выбрать длительность ее работы.